едем на Каяо. Хотели на Каяо Ной, поедем на Каяо Я. Вот, собрались ехать на Каяо. Карат сломался. Ой, вот такой стал сейчас пить. Домов полно, народ полно. Мы приехали на Каяо Яй. А вот это я. Привет. Знаете меня? Я вам показывала кино, потому что я хочу поставить лайк на нашем квартире там. Вот. Вот вы меня увидели. Ну, пока. Это у нас вентилятор. У нас ванная такая. Сейчас пойдем по ступенькам. Это бабуля. Настенька, девушка просит поставить на зарядку. Он хочет в интернет войти. Вот. Да. Фу. Надо спустить. Лучше. Бумаги нет. Это то, что я нашла на берегу моря. Вот эта музыка упала. Вот, мы на Каояй. Нам подают завтрак. Вон на Каяо какие горы. Буйвол. Оп. Медуза. Вот смотрите, я трогаю впервые медузу. Смотрим. Я трогаю впервые медузу. Первая. Вот вторая. Вот у нее щупальцы тут разные. Я боюсь их просто. Поехали. Вокруг острова. Мы на острове около Каяо. Чудо природы. Смотри, как скала вверх поднялась. Ух ты, мы прям как будто в комнате находимся. Как красиво. Висят-то такие висюнки. Вокруг нас вот такие островки. Объезжаем. Это и есть чуть-чуть.
позади. Настя, сколько мы проплыли по воде? А вот сколько людей отдыхает на пляже. Потому что это очень известные острова. Ну все видно же, прозрачное. Да, прозрачное. Прозрачное. Значит, можно будет где-то остановиться. И понырять, да. Ведуза. Не, ну правда ты видела ее, да, Настя? А какого размера? Она вот такого размера, медуза вот такая. Вот это здорово. Насте повезло. Девушка, смотри. Смотрю я. Тоже разглядывай медуз. Ну вот мы пристаем к берегу. Очень популярное видно место. Это наш пикник. Вот, мы на лодочке приехали на такой. Там еще одна лодка приезжает. Тут у них стояночка. Это пляж большой, красивый. Пикник. На острове мы нашли красивое цветущее дерево. Вот оно какое. Да, мы в цветочной стране. Находимся среди островов. Самый красивый вид на этих островах – это краби. Я видела розовую медузу, представляешь? Вот человеку повезло-то. Цветы. А под деревом принцесса качается. На качелях маленькая принцесса ждет, когда ее покачают. Да, сейчас покачают. Пак Биа Айленд. Глубина 2 метра. Тан Бок Коранин Нэшнл Пак. Краби, Таиланд. Ой, Настя, как красиво тут, да? Да. Вода такая замечательная. Я хочу поплавать. Чего ты хочешь? Поплавать. Поплавать? Сейчас поплаваем. Пойдем поплаваем вон к той скале красивой. Чего? Тут камушки, а вон там поплаваем. Пойдем. Где? Да. Пошли. Вот тут.
плавать научились. Медной. Война медной. Вот такой рядом. Ланч на острове. Это десерт после нашего обеда на островке. Вот тут бабушка сидела и ныряла. А вот Настя ест арбуз. Настя, как арбуз-то? А ты, дедуль, наелся? Наелся. О. Пчела левоточит. Какая полосатая, Настюш, скала, смотри. Да, вижу. Вот в такое уютное местечко нас привезли. Ого, народу. Это очень красивое. Понравилось? Дорогие телезрители, мы сейчас ехали на тот остров, который будет очень-очень замечательный. И сейчас мы хотим рассказать, хотим рассказать вам, что мы хотим. Что? Тур барракуды. Такая большая загруженность. Мы ждем своей очереди. Снимаю припарковаться. Воду. Снимаю, значит, это. Сейчас открываем. Еще одна барракуда с тур. Вот, смотрите, синие птицы. Она против солнца, а тут... Вот. Вот много. Блять, на этой красоте. Я думал, вы обезьяна. А там в пещере кто-то рукой машет.
вдалеке город Крабий. Виповые цапли. Хангу уезжаем с Кояуной. Кояуяй в Хангу не ездит. Мангры Кояуной.